24 июня я делаю небольшой фильм о моей новой гостиной. Вчера повесили старенькие шторы от бывшей хозяйки, за что ей очень благодарны. Журнальный столик, в углу электрогитара, подаренная Андреем Викторовичем Майдоровым. Здесь часы, которые подарили на третьей землянине за участие. Розетки, три светильника, двуспальная кровать, 1,60 м на 2. Это Надина шляпа. И, наконец, ковер, подаренный Зоей Ивановной Масловой мне на добрую память.